Я на Смоленском кладбище. Хожу, брожу. Ходил к Ксении Блаженной. Бывал на могиле ее мужа. Видел первую могилу Александра Блока. Поражает, конечно, это кладбище своими масштабами, своими старинными памятниками. Огромное, необъятное, его за один раз не обойти. Очень много интересного. Санкт-Петербург воистину город молитвы, город революций, город тайн, город удивительных открытий. Вот здесь гуляешь и прям чувствуешь вечность, она вот она, рядом, под ногами. Вот. Погода сегодня замечательная. Съездили, слава богу, за все. Всем вам привет большой.